fasttrader.ru. Золото в Terra Online, круглосуточная доставка за 5 минут. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, с вами Нитрич, и играем мы в Terra Online. Сегодня речь пойдет у нас о глифах, а именно буду вытаскивать из сундуков рандомные глифы. Для тех, кто не знает, что такое глифы, можно посмотреть мои предыдущие видео на YouTube-канале. А быстренько расскажу. В каждом скилле есть символы. На эти символы мы тратим очки символов. Некоторые из этих символов закрыты. Ну и в простонародье их называют глифами. Я сейчас нахожусь в городе Алиментея, возле данжа, где, кстати, добываются, как раз таки добываются серебряные и золотые таланты для того, чтобы покупать сундуки, а в этих сундуках находятся глифы. Есть таланты серебряные, которых нужно собрать 15 штук для того, чтобы открыть сундучок, но в сундуке вам не показано, какой глиф выпадет, он будет рандомным. А есть золотые глифы, которых на 45 штук. Это довольно-таки много, а если покупать на аукционе, дорого. Я решил вот испытать удачу, открою 10 сундуков. Сейчас покажу, что желательно мне, чтобы выпало. Так, заходим в Берсерк. NPC, у которых взять глифы, вот здесь находятся, напротив данжа. Так, заходим, выбираем мою профессию. Мне нужен глиф вот этот вот. Вот видите, сразу могу его купить за 45 золотых, но у меня их нет. Да и на аукционе они сейчас по 90 голды, по-моему. Серебряные по 22. Рядышком. Так, где-то тут рядышком приобретаются рандомные сундучки. Ага, вот они. Символ рыцаря, берсерка. Нам вот эти нужны для меня. 10 штучек мы сейчас возьмем. На более мне не хватит. Так. Ну что, скрестили пальцы и поехали. Та-да-да-дан-да-дан. Ну давай, 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 давай. С первого, просто с первого. Оп. Алло, что-нибудь-то дайте. Не понял я. Чё мне дали-то? Лол. Мне дали 19 серебряных. Так, что-то я не понял. Еще раз. Я открыл сундук, который стоит 15 серебряных талантов. А мне дали за это 19 из сундука. Интересно. Ладно, будет потом дополнительный раз открыть сундучок. Поехали второй. Давайте уже сразу талант. Давайте нужный. Так, этот талант у меня изучен. Оп. Ага. Также вам глифы выпадают на снижение очков. Очков символов, которые вы тратите на глифы. Вот видите, мне выпал символ прорезания. Ищем его тут. Так, стоп. Что-то я запутался. Умение вихрь. Добавит вероятность критического удара. Так, вот умение вихрь. Добавит вероятность критического удара. Вот. То есть, видите, очков мы тратим 6, а мне выпал глиф, который делает минус 1 очко. Получается 5 я потрачу очков символа. Ничего, полезная вещь. Дальше. Но мне нужно разблокировать, прям разблокировать глиф. Так, дали мне серебряных талантов 17 сейчас из сундука. То есть еще на попытку дали. Плюс сверху навалили немножко. Навалили. Так, этот у меня глиф уже есть. Горит темненьким. Тоже есть. Ну что, пока не везет. Остается все меньше и меньше сундуков. Тоже есть. Тоже есть. Так. Открыли 8 штук уже.
Из 8 2 было символами. Не символами, а серебряными талантами. Так, и этот у меня есть. Последний сундук. И опять не то. Не то, что нужно. Ага. Да нет, смотрите-ка. Выпало то, что у меня нету, опять на понижение очков символов. Меньше тратится очков. Получится... Так, что же получается? Открыл я 10 сундуков. Из двух сундуков мне выпало два раза серебряные таланты. Один раз дали 19 штук, второй раз дали 17 штук. Получается, из остальных 8 сундуков я вытащил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из 8 сундуков мне выпало 2 полезных глифа, которые уменьшают число затрачиваемых очков на глифы. То есть у меня плюс 2 очка. Потратил я на все это дело. Так, 150 умножаем на 2. На 22. 3300 голды я потратил. А мог приобрести глиф, который мне нужен, за 90 голды штучка, их нужно 45. За 4050 голды я бы приобрел один глиф, но он очень полезный. А так я приобрел 2 и еще 2 попытки. Ладно, давайте сразу же используем эти 2 попытки. Получится, открою 12 сундуков. Ага, не хватит. Только 2. Поехали. Ну, вдруг сейчас. Ага, опять вот. Я достал уже всевозможные, по-моему, глифы. Еще один сундук открываем. Бабах. И опять не то. Вот так вот. На 2 очка выиграл только. Вот таким вот образом происходит рандомное доставание глифов. Либо сразу приобретаете вам нужный. Немножко расстроен и немножко вроде как не расстроен. Как-то так, средненько в общем. Не везет что-то мне последнее время на доставание, внимание и проки и прочее, прочее, прочее. Ладно. Спасибо, ребята, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал YouTube, а также заходите в группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, приходите на мои стримы. Ссылочку на стрим вы увидите под видео. Всем, как всегда, удачного дропа. Пока-пока.